Итак, вторая сторона монеты. То есть о Боге мы ничего не знаем, но зато князь этого мира себя разрекламировал везде. Начиная от жвачек, детских хэппи-милов в Макдональдсе. Ты не успеваешь, я уже заморился детям, идем рюкзак выбирать. Черт, черт, 2 черта, 10 чертей. Ты знаешь, я уже взмолился, я думаю, Господи, могу я купить карандаши без чертей? Могу я купить своему ребенку рюкзак без дьявола? Без какого-то образа дьявола. Я не понимаю, там дьявол там с хвостом, хотя и такие есть. Любые там нефалимы, всякие там бесы, черти, там, что хочешь. И я уже хожу по этому магазину, говорю, пошли сыну покупать. И думаю, да что это такое? Да есть нормальные вещи вообще. Вы заметили, что начиная от резинок стирательных, карандашей, детских игрушках в хэппи-милах в Макдональдсе, заканчивая фильмами, мультимиллионными фильмами, везде образ дьявола. Везде. Почему? Потому что дьявол этот принцип выучил хорошо. Он дает всем смотреть на себя, слышать себя, видеть свои действия, показывать, что он может, magic. Показывать свои всякие пилюли, всякие там левитация, что хочешь. И дети захвачены всеми этими чертями и всеми их фокусами. Почему? Ты не задумался, почему? Почему?